Ребята, всем привет! Я руководитель компании SCL Global Concept, Вартанов Арсен. И сейчас познакомлю немного с нашим местом, сборочным цехом и с тем, что здесь происходит. Мы иногда проводим акции, и подобная акция у нас была в первый раз. Скорее всего, мы будем проводить ее один раз в году. Акция, которая говорит о том, что если вы приобретаете полный пакет рестайлинга, у вас будет полная установка с перекрасом и покрасом рестайлинга бесплатно. И давайте начнем с первого автомобиля. Это Lexus RX. Он не по акции. Здесь у нас установка рестайлинга от нашей компании, передний бампер и капот. Также у него есть спойлера. И обратите внимание, да, допустим, достаточно легкий капот. Здесь, если вы посмотрите, все элементы полностью под завод устанавливаются, только мы немного изменили замок, а так все элементы с омывателями, с уплотнителями, стойки, крепежи, все заводское. И вот у нас такой капотик, достаточно интересный. Ну, кардинально меняет внешний вид этот рестайлинг. Стиль остается Lexus, но он более агрессивный становится. И, кстати, за рулем ездит девушка. Перейдем к следующему проекту. Проект на самом деле очень уникальный. Сейчас мы делаем несколько проектов и уже параллельно делаются за границей. Этот проект первый кабриолет, который будет в России. Проект Venom. Здесь замена полностью всей передней части, расширители. Мы уже установили проставки на колеса, то есть стоит все прям отлично. Также задний бампер. Позже я покажу вам, как этот автомобиль будет выглядеть вживую. Мы также будем подбирать цвет. Следующий автомобиль приехал к нам также по акции с полным перекрасом и установкой рестайлинга бесплатно. Это автомобиль с Махачкалы. Здесь у нас перекрас в зеленый кэнди. Он был белого цвета. Сейчас он стал поистине драконом с такой обалденной чешуей. И этот цвет, он в разное время суток, под разным освещением, по-разному себя показывает. На солнце он будет прям ярко-зеленым. В тени, либо под фонарями вечером, он будет более темный. Здесь у нас автомобиль с Москвы. Также полный перекрас, и это будет первый белый жемчуг. Вот нам интересно будет, как он получится по итогу. Скоро мы это все узнаем. Все эти проекты должны будут сданы быть до Нового года. Итак, зеленый дракон, дракон белый жемчуг, и пойдемте дальше. Здесь, значит, у нас два темных цвета. Также автомобили по акции, да, и заметьте, раз по акции, два по акции, три, четыре. Для нас это определенное вложение, но нам достаточно интересно это делать. Потому что мы обретаем большую популярность, да, и нам интересно перекрашивать автомобили, потому что мы получаем новый интересный образ. Здесь автомобиль Республика Хакасия, здесь Подмосковье. Этот автомобиль ехал к нам на эвакуаторе около 7 дней. Приехал очень грязный, мы его отмыли, вот, и скоро по нему пойдут работы. Вот здесь автомобиль уже установлен в рестайлинге, идут такие подготовительные работы перед дальнейшими процессами в малярке. Вот, и скоро мы приступим к его окрасу. И давайте я вам покажу еще один интересный проект. Он был у нас давно, сейчас приехал на дооборудование. Мы будем устанавливать дополнительные элементы. Какие-то из них мы уже установили. И вот что мы добавили. Здесь попросили нас добавить такие как бутылочницы. Сюда можно класть телефон, какие-то дополнительные элементы. Здесь у нас все под бутылки. Здесь у нас такой столик с подстаканниками, можно ставить бутылки. Вот. И что мы делали по автомобилю изначально? Устанавливались от 21-го сиденья с полной регулировкой заводской. Делался полностью новый диван с подиумом. Устанавливался ламинат, переделывался, перешивался весь салон. Вот. И фишка этого дивана в том, что он
превращается в кровать. Мы сейчас не будем это делать, процесс занимает около 40 секунд, сейчас он на магнитной защелке. Вот. Здесь у нас, соответственно, монитор 55-й. И еще хочу обратить ваше внимание, у нас здесь есть такие приятные моменты. Для любителей кофе, соответственно. И, скажем так, для большей практичности ручной холодильник. Да, здесь он устанавливается и при необходимости что-то охлаждает. Если вы приехали на природу, взяли его с собой и пошли куда нужно. Здесь у нас еще дополнительные элементы. Если, к примеру, пассажиров больше, чем эти места посадочные могут организовать, у нас дополнительные сидушки здесь. И, кстати, вот это очень такое удобное решение, когда мы делаем вот так, и эта подушка у нас под голову. Если какая-то дальняя поездка, можно прям кайфануть. Ну, вот такой достаточно интересный проект. Сегодня я открою вам завесу нашего будущего проекта. Это BMW M8 Competition от наших партнеров Formacar с Краснодара. Что будет происходить с автомобилем? Мы сделаем на него light пакет, такой рестайлинг, который будет делать этот автомобиль более выразительный. И что за процессы сейчас с ним происходят? С помощью первоначального такого серьезного инструмента, это фотограмметрия и таких дополнительных элементов, будет сниматься точный скан. Да, с помощью также этих сканеров. После этого будет продолжаться процесс на производстве, формироваться модель, и после нее будем запускать дальнейшее оборудование и производство рестайлинга для этой модели. На самом деле это достаточно серьезное оборудование, но, как правило, в России, когда мы не сможем справиться с какими-то техническими серьезными элементами, у нас всегда есть российский инструмент, на котором написано «Германия». Но я думаю, что это подойдет для того, чтобы работать с немецким автомобилем. Это, конечно, шутка. А теперь давайте перейдем все-таки к нашему автомобилю и планшету от наших партнеров Formacar. Я хочу вам показать, как все-таки он будет выглядеть, когда мы завершим по нему работы. Итак, это планшет от наших партнеров Formacar. Здесь мы видим автомобиль, ну, изначально он был черный кабриолет, здесь у нас просто купе, еще здесь нет версии кабриолет, но мы вам покажем чуть дальше. У нас будет обязательно купе, вот он в черном цвете. Здесь мы заходим в рестайлинг, это именно наш раздел рестайлинга, у нас есть такие точные версии, это Venom, который разделен пополам, это в золотом цвете с карбоновыми элементами. И вот здесь у нас есть именно кабриолет версия. На планшете мы запускаем установку рестайлинга. Как только он ее загрузит, мы вам покажем, как у нас будет менять цвет, как это приложение будет менять диски. Итак, у нас загрузился рестайлинг. Вот так он будет выглядеть. По цвету мы будем решать. Пока на рассмотрении у нас Desol Grey, серый цвет. Мы выбираем цвет кузова. И вот он примерно, возможно, будет таким. Мы выбираем, к примеру, у нас есть металлик, матовый, карбон, карбон forged, это хром, есть матовый хром. Вот примерно, возможно, что-то будет такое. Либо это будет сатин, к примеру, только темнее. Он у нас может быть в стандартном глянце. Вот примерно может выглядеть именно вот так. Возможно, также немного темнее. Вот, но мы можем играться с цветом, как захотим. Но мне лично у Porsche нравится желтый цвет. Не знаю, насколько передает камера, но здесь достаточно интересно и ярко выглядит. Мы можем выйти с окраски кузова, перейти на окраску дисков. Здесь есть несколько элементов по окраске дисков. Мы тоже их комбинируем, меняем цвет, который нам будет более интересен. К примеру, давайте сделаем его под цвет кузова. Пусть также желтый обод будет. Вот мы можем менять диски, если зайдем именно, да, в раздел дисков. Неважно, тут какая компания. Здесь их много, вы выбираете и также формируете. Давайте попробуем одну из интересных компаний, Шницер.
вот эти диски могут паршу подойти. Вот. Вполне строго выглядит. Вы также меняете здесь диаметр. Вот. Для парша 21 достаточно интересно подходит. Ну и в этом приложении вы можете устанавливать диски, можете устанавливать рестайлинг. Здесь есть конфигуратор. Вы можете менять высоту подвески, вы можете менять наклон, если вы увидите в видео, вылет. Вы можете менять, вот здесь у нас наклон, да, к примеру, для любителей можно делать вот так. Вот, и сделать здесь достаточно такие крутые, прикольные проекты. Поворот диска, колеса, это для фотографии, разные диски, тормоза, винил, шины, наклейки на шины можно устанавливать. Ну, достаточно такое очень серьезное, внушительное приложение. Если, к примеру, смотреть о рестайлинге, описание, мы открываем, вот, у нас здесь обвес Venom. Здесь идет описание его, и где, на какие ресурсы вы можете попасть, да, официал пейдж, берем SCL Performance, открываем. И здесь, соответственно, наш сайт, на который можно перейти, ознакомиться с рестайлингами, к примеру. Находим, где у нас. Вот у нас Porsche. Здесь есть краткая информация о нем, видео, дополнительные фотографии. И также можно там перейти в контакты, связаться непосредственно с нами. И также можно переходить по другой любой компании. К примеру, если мы перейдем, где у нас было вот диски, соответственно, Schnitzer. Также официально откуда взято Schnitzer. Мы переходим прямиком на их сайт. Таким образом, вы можете построить проект здесь Formacar и найти у официальных представителей непосредственно продукты все. Купить эти продукты и собрать именно тот проект, который вы собрали здесь в приложении Formacar. Вот такая крутая штука в сегодняшнем 22-м, наверное, уже веке. Итак, друзья, мы в преддверии Нового года показали вам, чем занята наша компания вкратце. И если вам понравилось, подписывайтесь, ставьте лайки и пишите в комментариях, возможно, что вы хотите видеть в следующих видео. До встречи, пока!